Никто этому не верил, потому что это было просто нереально, потому что членов церкви можно было по пальцам пересчитать. Но, как мы сейчас видим, храм, он стоит за моей спиной, и это классно. Культурная программа, ну, в ней участвуют члены церкви, и они показывают свои таланты. Именно своим танцем, можно сказать, показать о том, что Беларусь существует, что это страна отдельная, тоже, которой есть члены церкви. Многие люди не знают нашу страну, Казахстан. Концерт – это отличный способ отпраздновать и поприветствовать такое прекрасное событие, которое вот скоро случится. Так много стран здесь, потому что этот храм в Киеве, он собирает всех народов, у которых нет сейчас храма. Моя мама недавно крестилась, и я сама крестилась совсем недавно. И мы каждый день молимся о том, чтобы мы могли поехать в храм и запечататься всей семьей в храме. Часам через эту церковь можем бы получим обряды, которые се получают в храме. И один день, наистина, да ходим заедно со своим семейством в Селестиалное царство. Чем ближе он становится к моему городу, тем больше я знаю о том, что это когда-то будет с моей семьей. Вецамис. Порцельная карта Парамек Вецамис. Да, я могу его показать. Это мой костюм. Он мне очень нравится. Это называется жумыркалыш. В переводе означает то, что как боевой танец, который носит нашу свободу и наш дух. Смысл нашего танца, он заключается в том, что сначала две деревни соревнуются друг с другом, кто лучше танцует, но потом в итоге они подружатся, можно сказать, даже, и будут вместе танцевать. Най волнуешь то, что мы добудем порог, да. Скажем нечто, что дам от сердца. Я хочу, чтобы он видел, что есть молодежь, есть растущее поколение, на которых можно полагаться, что церковь может строиться дальше на новом поколении. Так как мы и есть пионеры в наших странах. Большая награда для нас за тот труд, который мы положили в организацию этого мероприятия. Я не знаю, профессионалист, но он себе старался. Это было просто настолько классно, что было явное собирание Израиля. Я сделала свою работу в этом постройке этого храма тоже. Եվ այսօր, երբ ես առաջին անգամ մտա տաճար, այսօր հանգստություն գտա այնտեղ, խաղաղություն։ Я помогла закрепить краеугольный камень. Немногим досталась такая возможность. Я вчера очень сильно молилась о том, чтобы Бог, он дал мне свидетельство об истинности церкви и
об истинности пророка Томаса С. Монсона. Я хотела получить свидетельство, и я его получила. Я действительно теперь знаю, что он живой пророк, и что он свидетель Бога для нас здесь. Գիտեմ, որ սա այն տեղն է, որտեղ մարդիկ կիմանան, թե ընդհանրապես կստանան իրանց բոլոր հարցերի պատասխանները։ Вот эта вот неделя последняя, она особенно укрепила мое свидетельство. Я начал еще больше понимать Священное Писание, я начал еще больше верить в Бога, то, что это есть истина. It's your temple now. Зараз це ваш храм. And in a few minutes we're going to give it to the Lord. І за кілька хвилин ми передамо його в руки Господа. And then you will come to his temple. І тоді ви вже будете приходити в його храм. And his spirit will come to you. І його дух буде перебувати з вами.